Чебоксарский залив приобретает летний облик. После зимовки в детском парке Николаева на воду вернулись 16 белых лебедей. Перед приездом пернатых осмотрел ветеринарный врач и сделал необходимые прививки. В зооуголке остались 4 птицы. 2 пока находятся под надзором специалистов. Другая пара – Василий и Марта – на гнездовании. Рацион птиц – полезная и здоровая еда, комбикорм, зеленый салат, чистая вода – 2 раза в день. Крошки хлеба для них вредны и опасны. Белые красавцы будут радовать горожан до осени, а затем снова вернутся на зимовку.